Встретить гостей курорта нужно не только радушно, но и красиво, говорят участники совещания. Именно поэтому еще за месяц до старта зимнего сезона идет разговор о новогоднем оформлении Сочи. Концепция продумана и полностью соответствует черноморскому курорту. Для оформления объектов санаторно-курортного комплекса и прилегающих территорий разработали общий дизайн украшений в морском стиле. Уже по информации туроператоров сочинских, федеральных туроператоров, у нас загрузка горнолыжных сезонов курортов на сегодняшний день составляет порядка 90%. И прогнозные числа – это на 7% больше, чем в предыдущий курортный сезон. Основные элементы украшений – ракушки, морские обитатели, спасательные круги. Впрочем, фантазию предпринимателей не будут ограничивать. Не запрещается создать и свой декор. Главное, чтобы прослеживалась тема моря. Но одно дело – украшение, другое – готовность гостиниц принять постояльцев. Сейчас в Сочи работают специальные группы, которые проверяют звездный статус различных отелей и соответствие нормам. У нас ежегодно проводится работа по обследованию отелей, мест размещения операторов питания, кто здесь размещается. Работа эта не прекращается. Исправить все недочеты, установленные комиссией, и завершить подготовку к празднику необходимо до начала горнолыжного сезона. Последний срок – 15 декабря. Кстати, новогоднее настроение будет не только вокруг объектов размещения, но и на улицах города. Совсем скоро там появятся прозрачные скульптуры дельфинов, медуз, морских котиков и даже большой осьминог. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.